Вот, привезли нас пообедать, а тут уже что-то не срослось. Уже зал полный, мест нету. Ждем, а наш обед кто-то там уплетает. Кипит? Кипит. Ага. Кипит. Красота. Да. Лучше гор могут быть только горы. Ну вот они. Нормальная лошадка, считай. Это мой сын, познакомьтесь. Ой, Расул. Добрый день, очень приятно. Он и джигит. А он, да, нет, он не гидует, он катает на лошадях. Ну, значит, и саму. А куда хочешь, Авизу, кстати, приехал, ты видел? Вот там. Мы люди простые. Предыдущая группа не доела. Здесь можно и пожить. Типа лагмана, но не совсем. Нет, значит, не в такой лагман. Очень похож. Лагман или обман? Но вкусно. Лагман еще должен с солеными огурцами и с томатом быть. Ну как? Нет, да? Так. Короче, сейчас нас покормят. Еще чуду обещают. Вот теперь плов еще нам принесли. Я еще лагман не доем. Вот еще чуду принесли. С творогом. Он прям сплавляется. Творог такой классный. И он плавится, как сыр. Чай вкусный, с чабрецом, да? Очень вкусный. Конфетки приятные. А это коровка. Коровок мало.